20 минут о красивых событиях и интересных людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Наша рубрика «Выбор стилиста» про то, как известные мастера идеального гардероба и модные инфлюенсеры трактуют дизайнерские идеи. Очередной выпуск «Выбора» прямо сейчас. Люда Бирман, участница сегодняшнего модного эксперимента, стилист скорее по призванию, нежели по профессии. Много лет она посвятила банковскому делу, а умением эффектно комплектовать стильные луки вызывала восторг и зависть еще до того, как миллионы персональных шоперов и прочих фэшн-аналитиков заполнили эфиры и интернет-пространство. Я никогда не иду за определенной маркой или за определенной вещью, которая как будто бы мне не хватает в гардеробе. И я никогда не гонюсь за брендами, и меня даже больше интересуют марки не очень известные, не очень популярные, поэтому мне особенно интересно было для себя открытие сделать. А цвет вот этот травянисто-зеленый, ну просто фаворит в сезоне. И потом, ну что такое цвет? Ну смотри, какая прелесть. В поездках и в прогулках очень комфортно. И в зависимости от того, что ты и с кем ты себя чувствуешь в определенный момент, это же можно все миксовать. Ну, предположим, если хочется дерзости немножко, я бы сюда добавила красный, ну, предположим, шляпа или перчатки. Или синий очень хорошо с зеленым. А если хочется такой тайной элегантности какой-то, то можно белый. Потому что верх, например, с белыми брюками или с белым летним пальто, или с белой шляпой, или просто белые перчатки, просто роскошно. Ну-ка, сейчас мы еще что-нибудь придумаем по ходу дела. Теперь еще отдельно хочу сказать про вот эту яркую, замечательную деталь лампасы, которая, как известно, перекочевала с генеральских военных штанов, заполонила мир. Можно такие придумать креативные идеи. И потом такая полоса, она же нас делает стройными, силуэт удлиняет. Поэтому я считаю, что просто это великолепно. Ну вот, кстати, про лампасы я говорила. Вот эти вот ленты яркие в рубашках, конечно, они придают такую остроту. И я считаю, что тут сочетание можно сделать замечательное, потому что можно же не только в тон рубашки подбирать или на контрасте с рубашкой низ. Можно и поиграть с цветом ленты. В моей практике профессиональной очень часто приходилось ходить в костюмах, и, может быть, это избыточное уже, так сказать, влияние на мое сегодняшнее видение, поэтому я бы предпочла их разбивать. Хотя ничего плохого в этом нет. И здесь очень важно, чтобы это не было скучно и монотонно. И поэтому я бы, может быть, какие-то несочетаемые вещи предлагала тогда, если мы надеваем и пиджак, или как жакет, или пиджак с брюками, то ну, я бы немножко тут экспериментировала. Вот смотрите, вот, предположим, эти брюки и туника. Прекрасно подойдет, и когда вы в офисе или в помещении, вы можете ее снять. Вот юбки, ну, это вообще эффектная ткань. Она, конечно, придает женственность. А я считаю, что юбку такую можно носить не только как самостоятельный, так сказать, элемент гардероба, там, со свитером каким-то или с курткой. Я бы надевала, и для себя я ее беру, с тем, чтобы это был как элемент верхней одежды. Предположим, я это вижу на белое платье, которое будет немножко длиннее, да, ниже, чем юбка. Просто сверху, и идя на работу, можно, ну, неважно куда, даже в театр, можно ее снять. Я считаю, что к ней здесь очень важные есть элементы, которые прекрасно дополнят. Капюшон и косынка. А потому что вот если юбку я надену, или даже на шифоновое платье, или даже, может быть, на трикотажные брюки или толстые колготки,
красные можно, можно белые толстые колготки. И вот такой капюшон, и косынка. Ну вот смотрите, как чудесно. А вот короткие юбки для более, я вижу, креативных таких особ, потому что сюда, конечно, какие-то тяжелые ботинки я бы надела, но сюда колготки я бы не стала надевать, только леггинсы. Но здесь зато уместен, в отличие от этой юбки, как мне кажется, был бы короткий какой-то толстый свитер с аппликациями, там сердечки какие-нибудь, зверюшки какие-нибудь, и было бы здорово и интересно. А вот к этой юбке, вот сейчас мне приходит в голову, сумку-почтальон. Было бы хорошо, коричневый ремень. Белый короткий плотный свитер. И, наверное, в отличие от этой, я бы сюда надела даже туфли или полусапожки на тонком высоком каблуке. Вообще, это же очень индивидуально. От настроения зависит. Я точно знаю, что та вещь, которая мне нужна, она все равно мне встретится. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Жара спала совсем недавно, и это переходное состояние прежде всего отражается на нашем гардеробе. Не меняясь кардинально, он плавно перетекает в новый сезон. Забрать с собой в осень стилисты рекомендуют яркие десертные оттенки, а также нежные пастельные краски, которые заявлены как один из трендов грядущей осени. Черно-белые сочетания, которые уже не в первый раз появляются в летней моде, также можно забрать с собой в осень. При условии, что эти контрасты подаются не в классическом стиле, а, например, в спортивном или уличных вариантах. Новому сезону стилисты рекомендуют запастись рубашками. Носить их можно будет как самостоятельно, так и под джемпер. Это знакомое многим офисное решение также присутствует в ряду осенне-зимних трендов. Яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Кастинг до 15 сентября. Подробности в группах «Конкурс Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Макароны могут быть полезными. Макфа исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды Street Couture. У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Конец августа, начало сентября. Время изучать модные тенденции сезона уже в процессе шопинга. Что сегодня предлагают дизайнеры, смотрите в нашем сюжете. –
Рассказывать о трендах сезона можно бесконечно, ведь их очень много, и каждый дизайнер трактует их по-своему. Сегодня мы представим несколько идей для нового сезона, с которыми легко и стильно можно перейти из лета в осень. Тренд этой осени – песочные оттенки. Они показаны в бежевых песочных тонах, коричневых, шоколадных, переходит в леопардовый принт, также клетка. Можем видеть их в виде молочных фактур, полоска серо-коричневого оттенка и также уходит в рыжие терракотовые цвета. Терракотовый цвет в этой коллекции сочный, динамичный, и его можно носить как самостоятельно, так и в деталях осеннего гардероба. В осенней коллекции изумрудный цвет ЭДМ представлен в различных фактурах, в платьях, в блузах, от гладких до кружевных, жакет в стиле Шанель, который можно также сочетать с простой черной юбкой карандаш. Можно представить вот такую блузу из мягкой кружевной испанской ткани. К блузе идет топ из крепсатина, который может стать самостоятельным изделием. Его можно носить просто под жакет, а блузу тем самым комбинировать ее с другими вариантами, например, каких-то топов. Если говорить о принтах осенне-зимнего сезона, обязательно стоит отметить графические решения. Клетка и полоска в коллекциях осени представлены во всем своем многообразии. Очень много в этом сезоне клетки. Клетка представлена в разных вариациях. Например, такая гленчик, виндзорская клетка. Клетки много, мы ее видим и в классических жакетах, в туниках, в платьях. Например, вот такая вот бежевая фактура. В этом сезоне также актуальны полоски. Представляем вот такую блузу из разной цветной полоски. Диагональная, крупная, мелкая, очень нежная ткань по фактуре и хорошо смотрится на фигуре. И еще одна модель – платье в полоску, платье-рубашка. Интересно тем, что здесь комбинирована полоска, интересно выполнен рукав, манжет на рукаве. За счет продольной поперечной полоски силуэт дамы стройник. Это платье можно представить как самостоятельное платье под ремень, либо просто в свободном силуэте, и одеть его с брюками. Дизайнерские идеи с элементами викторианского и готического стилей, которые вдохновили многих дизайнеров, обещают быть актуальными на протяжении нескольких ближайших сезонов. Приметы этих стилей – кружево, блузы с оборками, глухие застежки на все пуговицы и броши под воротник. Модные эксперты прогнозируют наличие элементов викторианского стиля на несколько следующих сезонов. Это такие элементы, как жабо, манжеты, рюши, броши. Все это присутствует уже сейчас в новых коллекциях осени. Конец лета и начало осени – время изучать модные тренды непосредственно в процессе шопинга, постепенно разбавляя обновками все то, что осталось нам с лета. Это Beauty Time – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Есть вещи, которые всегда остаются в тренде, как, например, длинные пушистые ресницы. Именно поэтому Академия Premium Beauty из года в год выпускает десятки лэшмейкеров. В плотном графике лекций и практик мастера бьюти-индустрии находят время и на отдых, и на развлечения. Но только вот неформальные встречи все равно получаются посвящены ресницам. У нас сегодня на самом деле очень насыщенный день. У нас сегодня проходит лэш-встреча. Такая лэш-встреча у нас планируется проходить ежегодно. Сегодня у нас будет официальная часть, это посвящение наших судей специализированных, которые специально проходили тренинг для того, чтобы судить качественно, справедливо и беспристрастно. Сегодня они вступают в статус действительных судей. Сегодня у нас небольшой перформанс, мы снимаем клип, пародируя
очень известные песни. Шесть лет назад я встретилась как раз с этой школой первый раз, познакомилась. Вообще нашла случайно, скажем так, на просторах интернета. Ну, заманила, наверное, скажем так, их добродушность, что ли, простота, скажем так. Ну и, конечно же, отношение к своим ученикам – это, безусловно, просто поддержка колоссальная в любой ситуации. Всегда помогут и подскажут. Ну и поэтому по сей день, в принципе, я с ними каждый раз встречаюсь. Если я вижу, что работы красивые, я сразу иду в эту школу обучаться. Прошла, на самом деле, достаточно у них объемы, мегаобъемы, моделирование, сложное моделирование. Практикую все это. Теперь вот иду медленно, наверное, к своей цели, до хотя бы тренерства. Стать высококвалифицированным мастером – это еще не все, чего можно добиться. Следующий этап – судейство на конкурсах. Я Карпов Вячеслав. Я Мелеша Ольга. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Быть беспристрастным и справедливым. Как велят мне долг судьи по наращиванию ресниц. И моя совесть. Ура! Доходишь до вершины, хочется что-то дальше развиваться. Поэтому решился выйти, так скажем, в лидеры, в судьи. Расти всегда надо куда-то, расти всегда, стремиться к каким-то новым высотам. Ну и вот, наверное, один из пиковых таких моментов – это обучение на судью. Причем очень интересно, что Академия премиум бьюти, она учит своих судей самостоятельно. То есть мы не именитые мастера, мы обычные там работяги, так скажем, которые в определенный момент решились на участие в конкурсе и заняли призовое место. И теперь мы будем судить девочек точно так же, как когда-то судили нас. Это очень сложно. Даже свои работы оценивать непревзято, просто очень тяжело. А тем более кого-то, кто знаешь, очень тяжело судить. В лэш-сфере главное найти своего наставника, который с трепетом и основательностью передаст свои знания. Мегаобъем – это когда используется на одну натуральную ресничку. От 4 и более искусственных ресниц с изгибом М. Данный изгиб появился достаточно недавно и на сегодняшний день занимает трендовые позиции в наращивании ресниц. При этом толщина искусственных ресниц является безопасной для натуральных ресничек и позволяет носить такие объемы, не повреждая натуральные ресницы. За гордость делиться своими знаниями, растить своих даже не преемников, а лэш-детки. Их так всегда называют, это мои детки, которыми я горжусь и победами которых я живу. Это сильный, умный человек, креативный. Она одухотворяет нас своими знаниями, обогащает. Хочется двигаться так же, как и она, вперед. Съемки клипа, мастер-класс по объемам и дружеское общение. Кажется, что все эти люди действительно как одна большая семья. А как известно, в такой атмосфере и поддержка колоссальная, и результаты работы самые лучшие. Уютный шопинг в самом центре города. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166 представляет лучшие бренды нижнего белья. Роскошные коллекции из тончайшего кружева и шелка. Повседневные комплекты с безупречной посадкой. А также инновационные дизайны для пышных форм с моделирующим эффектом. Стильные купальники и одежда для дома. Нам доверяют девушки от 38 до 80 размера. Торговая галерея «Аллея» на Труда 166. Второй этаж над гипермаркетом «Спар». Вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Medi Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Medi Art – гарантия восторженных взглядов. Хотите еще больше модных новостей? Подписывайтесь на наш Instagram, вступайте в группу ВКонтакте, а также смотрите YouTube-канал Beauty Time. А на этом выпуск завершен. До встречи!
наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой, ателье «Модный дом Я».